Подход к Дому культуры в поселке совхоза имени Ленина весьма затруднителен. И эти груды снега тоже, в кавычках, подарок от Павла Грузинина. Мы уже рассказывали о том, что чистая площадка, подготовленная к празднику Масленицы, была завалена снегом, и сделала это техника ЗАО «Совхоз имени Ленина». Может быть, Павел Николаевич Грудинин не любит блины, либо он не любит наших жителей поселка. Праздник все же провести удалось, а после совхозная техника вновь закидала площадку снегом. Заходим внутрь, где нас встречает директор ДК Николай Жуков, который демонстрирует очередной подарок от директора ЗАО – отсутствие гардероба. Что раньше здесь был гардероб, принимали одежду, вешали люди, но 27 февраля непонятные люди под руководством госпожи Кравцовой из оздоровительного центра и очень-очень быстро унесли отсюда все вешалки, все имущество, все, что здесь было, прихватив до кучи и 9 стульев, и 3 стола. На этом сюрпризы не закончились. Гардероб пропал, но в центре фойе появились загадочные строительные материалы, назначение которых совершенно непонятно. Вчера тоже произошло не менее интересное событие. В утренние часы в 6 часов 50 минут через боковую дверь, которая внезапно открылась, сюда влетело 20-25 человек. Каждый из них в руках держал вот этот непонятный мешок в мягкой упаковке, вот эти какие-то коробки, вроде как с плиткой. И все это быстренько-быстренько занесли и поместили вот здесь, в вестибюле Дома культуры. Экскурсия по местам буквально боевых сражений продолжается. Как выяснилось, снег, гардероб со стульями и стройматериалы – это цветочки. А ягодки, в которых, как известно, Павел Грудинин – большой специалист, еще впереди. Спускаемся в подвал. Мы с вами проходим по коридору. Идем мимо комнат, в которых размещено какое-то сценическое оборудование, старые декорации. Свет мы здесь включить не можем. Благодаря усилиям рабочих ЗАО теперь в здании полностью отсутствует свет. Когда нету света, то есть, соответственно, мы не можем обеспечить ни пожарную безопасность. И для детей, которые занимаются в творческих кружках, они без света ни рисовать не могут, ни вокалом заниматься, ни танцами заниматься, потому что освещение должно быть. Поэтому в таких условиях, конечно, заниматься тяжело достаточно. Ровно 50 лет исполняется в этом году нашему Дворцу культуры. Его открыли в 70-м году, дню рождения Владимира Ильича Ленина. И вот в этом году, когда Дворцу культуры исполняется 50 лет, как раз к дню рождения Ленина, Павел Николаевич Грудинин рушит здесь силовой кабель, тракторами давит людей, срывает мероприятия, устраивает бедлам. Подходим к главным распределительным щиткам, точнее к тому, что от них осталось. С той стороны стены к зданию подходил электрический кабель, который рабочие просто разорвали. Канал, по которому проходили провода. Вот, рывок был настолько сильный, что разбито все оборудование. Просто кабели и все тросы вырвал отсюда. Вырвал вместе с предохранителями со всеми, с автоматами защиты. Вот, все сломано, сорвано. Одно из самых известных высказываний вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина – коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. С коммунизмом и советской властью в совхозе не сложилось. Ну тогда и электричеству не бывать, решил Павел Грудинин. Чтобы осмотреть место преступления, выходим наверх. Даже выпавший снег не может до конца скрыть следы того, что здесь произошло. Вот он, сломанный асфальт, выбитые кирпичи, камни, руины. И вот она, колея от этого тяжелого трактора, который сюда заехал, разрыл и выдернул этот силовой кабель. Весь разговор с лица Николая Жукова не сходит горькая усмешка. В это действительно трудно поверить, что средь бела дня приехал трактор, выкопал яму, вырвал кабель и снова яму закопал. Его девиз, видимо, один: сгорел сарай, гори и хата. Ну, в данном случае горит Дом культуры. Лучом света в темном царстве, которым теперь является концертный зал Дома культуры, служит фонарик от смартфона. Ведь все осветительное и звуковое оборудование, установленное здесь, теперь просто груда металла. У нас в этом Доме культуры занималось порядка 600 детей. Соответственно, постоянно проходили какие-то тренировки, репетиции, здесь проводились квартирники. На сцене репетировал по очереди цирковой кружок, театральный кружок. Даже сам Грудинин, кстати говоря, в театральном кружке занимался. Теперь Павел Николаевич ломает комедию на другой сцене. Правда, больше она напоминает трагедию. Ведь от всех его действий прежде всего страдают дети. А по словам Николая Жукова, достается и их родителям. Мы видим совершенно четко, что именно дети тех родителей, которые работают в ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руководством Грудинина, и которые каким-то образом
зависимы от него, именно эти дети не ходят на наши занятия в кружках. Их не так много, но это ощутимо, это заметно, это больно. Несмотря ни на что, работа ДК продолжается. Дети занимаются в школе и библиотеке поселка, в помещениях ТРК «Вегас» и школы искусств развилки. И когда они вернутся в родной дом культуры, непонятно. Как видно, фантазия Павла Грудинина неисчерпаема. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.